этих три малыша намеренно подкинули в подвал в Пурпе, я так понимаю, на голодную смерть. К нам обратились люди из Пурпе, которые ходят в этот подъезд подкармливать кота бездомного. И сказали, что появились маленькие щенки. Мы, конечно, не могли на это не отреагировать, мы их забрали в приют. Этих трех щеночков подкинули на базу, тоже в коробке, малышами. Нам позвонили туда люди, как раз стояли морозы, что они явно не выжили бы сами. Мы их забрали в приют. На момент отдачи щенки будут кастрированы, стерилизованы и будут проглистогонены.